Снова в лесу. Сегодня суббота, 4 августа. Иду опять заморожка, грибов что-то вообще мало. Одни вон сыроежки попадаются. Да какие-то, вот сейчас посмотрим. Полагаю, на червивое. Фух, комары? Да нет, в принципе. Нормальная сыроежка. Ее открою дальше. Да, возьму. Вот так пособираю немножко сыроежек. На жарко. На этом полянке, на этой полянке был на тех выходных. Здесь морожка еще стояла неспелая. Такая она была жесткая. Вот она поспела. Вот так выглядит древшая морожка. Желтая. Ну, бывает красная, но главное, что она мягкая и листики высохли. Они спокойно вот отрываются. Так раз. Ну и тут неудачно сорвал. И... О, мягкая. Такая. Ну, вкусная уже. Я обычно так и делаю. Прихожу на полянку, забираю спелую, потом незрело оставляю на следующие выходные. На следующие выходные прихожу, она уже спеленькая, вкусная. Вот такие здесь полянки с морожкой. Ого, ее. Уже 3 литра собрал. Еще осталось. Опа! Трикоза. Застряла. Ей помочь. Или старенькая уже. План выполнил, перевыполнил. Собрал 10 литров морожки. Вот 3 таких батончиков, еще немножко. Ее собирать. Сейчас она уже очень спелая, мягкая. Собирать немножко сложновато. А долго. Потому что ты кидаешь ее, бетон кидаешь, она все. Она приминается, она мягкая очень. И становится бетончик тяжелый. А морожка как будто бы ты собираешь очень долго. На самом деле, если по килограмму, я не знаю, сколько здесь. Ну, так вот здесь. В этом бетоне 3 литра. Там высыпал пакет еще и в маленьком литре. Также 10 литров собрано. Много съедено. Очень полезная ягода. Пишу свой стою в описании к видео. Собирайте ее. Она растет на болотах. Все. Вот болото, например. Здесь ее было очень много. Много съел. Если она была бы не такая мягкая, то получилось бы не 10 литров, литров 20. Многие собирают зеленый, он такой, когда она еще жесткая, да, не уминается, и продают такую. Потому что я такую продавать, конечно, литрами, пока ты сидишь на базаре, она умнется и уже будет не литр, а пол-литра. Или килограмм хорошо продавать. Стоит у нас литр 500 рублей. Так что вот сейчас 10 литров собрал. Ну тут, конечно, если на продажу, то килограмме, конечно. И на тех выгодных 15. Получается 25 литров. У меня почти есть 1000, если ее сдавать. Вот, все. Дождик меня гонит. Можно было еще пособирать. Там ее еще очень много. Все, собирать и собирать. Начал немножко поесть. Морожки. И двинуть обратно. Потому что дождик немножко уже мне надоел. Он все идет и идет. Немножко прокатиться опять пойдет. Но лето это тепло. Я с собой не беру. От дождя плащ. Что не вижу смысла. Погода теплая, но промок и промок. Немножко, конечно, надвивает. Вот такие дела. Ушел недалеко. Я до своей полянки опять не дошел. Там мне еще 2 полянки впереди. Это 1,5 километра осталось. Ушел полянку другую. Но я обычно накануне хожу. За неделю до того, как она созреет. И отмечаю в навигаторе полянки. Где морожка стоит. Вот отметил 3 таких поляночки. Одну я собрал в тот раз, до тех 2 я не дошел, не дошел и в этот. Потому что ушел в сторону, смотрю, болото, а там много морожки. Решил собрать. Ну, в принципе, может, и хорошо, что не пошел туда. С другой стороны, может, и плохо. Там бы собрал, тут бабушкам оставил. Хотя тут что-то их вообще никого нет. Был случай, как-то я иду за морожкой, там западней. Ну, как раз где-то 1,5 километра отсюда или 2, там Миронские озера.
Я смотрю, морожка растет, и бабульки сидят внизу. Я мимо них прохожу, смотрю, они собирают чернику. Я говорю, вы куягу собираете? Они говорят, чернику, а морожку не собираете? Нет. Я говорю, можно я пособираю? Я говорю, собирай. Я еще раз спросил, сказали, ну, мы не собираем, собираем черную. Все, хорошо. Стал собирать, все собрал, и тут они к нам и налетели. Говорят, вот, мы раньше тебе пришли. Пришел, все собрал. Такие странные бабушки бывают. Ладно, заканчиваю видео, скорее всего, если ничего интересно не попадется на пути. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Еще будет впереди много походов. Я сомневаюсь, что это все интересно, но дальше будут грибные походы. Я выезжаю в Архангельск за детьми в деревню. Надеюсь, там попасть на кладбище, поснимать кладбище. Ну, еще можно что-нибудь там снять. И вернуться домой. И уже, так как я в отпуске буду до 21 сентября, уже ходить тут. Грибы собирать, чернику, бруснику, голубику. Пусть собираю, что попадется. Если будет много вороник, то и вороники соберу. Смотрите, что я лесу нашел. Тут градусник. Место для пикника у кого-то. Стульчики, типа стола. Костер. Какой-то кострище. Все камнями обложено. Даже надпись. Где у них туалет находится. Лопата зачем-то. И мусор. Свинюшки тут мусор. Типа, что-то прячут. Зеркало даже у них есть. Оп, да. Есть свинюшки. Где-то еще подобное место есть. Там сетка натянута. Тоже типа палатка сделана, как домик. Вот тут люди отдыхают, так сказать. Дрова у них тут. Вот, ладно, иду дальше.